Девушка-сирота из Амгинского района только через прокуратуру смогла добиться получения жилья. Администрация района, несмотря на то, что она стояла в очереди, помещение не предоставлялось, тем самым грубо нарушив ее законное право на обеспечение жильем. Установлено, что несмотря на то, что заявительница состоит в очереди на получение жилого помещения, администрация района ей оно по настоящее время не предоставлено, чем грубо нарушено ее гарантированное законом право на обеспечение жильем. Прокуратура района обратилась в связи с этим исковым заявлением в суд о возложении на администрацию муниципального района Амгинский улус обязанности предоставить девушке благоустроенное жилое помещение специализированного жилищного фонда, отвечающее санитарным и техническим требованиям в течение 2017 года. Суд рассмотрел и удовлетворил заявление прокурора в полном объеме.